Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал «Маленькие женские штучки». Меня зовут Ирина, и я рада вас приветствовать. Сегодня только что сняла для вас покупки из магазина Fix Price и решила, не откладывая дело в долгий ящик, снять для вас покупки, которые мы совершили в магазине «Лента». Первое, что я хочу вам показать, это Fairy Proderma. Это мой любимый, вообще вот прям мой любименький гель для мытья посуды. Я понимаю, что, наверное, это не оригинально, скажем так, но я действительно люблю Fairy и очень люблю именно вот такой. Мне очень нравится запах. Он прямо такой обалденский. Это шелк и орхидея. Я не знаю, там говорят, что он помогает сохранять руки мягкими и ухоженными. Не знаю. Я все равно мою посуду в перчатках, но мне очень нравится, как это средство посуду очищает. У нас есть карта магазина «Лента», поэтому цены, которые я буду называть, уже идут со скидкой. Стоимость этого товара со скидкой 143 рубля 99 копеек. Мы совершили эти покупки. Сначала мы заезжали в Fix Price, а затем мы заехали в «Ленту». И в Fix Price я забыла купить пакеты. Обычно я их там покупаю. Поэтому я купила себе пакеты в «Ленте». На них как раз была акция, и обошлись мне эти пакеты в 39 рублей 90 копеек. То есть покупка получилась даже выгоднее, чем в Fix Price. Это также биоразлагаемые пакеты, размер 24×37, здесь 100 штук. Следующее, что я купила, это вот такие перчатки от компании Frackenbock. Мне они очень нравятся. Они не толстые, они достаточно чувствительные, но тем не менее они очень прочные. Я не знаю, как Frackenbock добились этого эффекта. Они очень хорошо сидят на руке, и у них внутри хлопковое напыление. Поэтому я их очень люблю. Я их периодически покупаю либо в Ашане, либо вот в «Ленте». Стоимость этих перчаток 66 рублей 90 копеек. Да, это чуть дороже, чем в Fix Price, но перчатки эти реально лучше, чем те, которые продаются в Fix Price. Также я купила упаковку из 5 губок. Губки эти обошлись мне в 12 рублей 89 копеек. Собственно, я вообще считаю, что в Fix Price губки достаточно дорогие и никогда их там не покупаю. На коленях у меня вот такой замечательный вообще прям контейнер для хранения стирального порошка. Я говорю, что я что-то прям увлеклась идеей разложить все по баночкам, коробочкам. Он такой достаточно глубокий. Здесь 5 литров. И будет у меня порошок стоять вот в такой красивой коробке, а не в упаковке, да, ну, вот в этой мягкой. Контейнер этот обошелся мне в 199 рублей. И я, если честно, пожадничала бы. Но Сережка сказал, что давай купим красивый, классный, пусть он нас радует. В общем, поэтому у нас появилась вот такая мини-стиральная машинка, в которой будет храниться стиральный порошок. И последняя покупка, которую мы совершили в «Ленте», это вот такие баночки. Это баночки «Прованс». Они вот такие обычные, и здесь у них крышка на силиконовой, ну, наверное, это прокладка. Закрываются они очень плотно. Я думаю, что мы будем хранить в них чай. Без скидки эта баночка стоит 104 рубля 90 копеек. Мы купили таких баночек 3. Третьей руки у меня просто нет. Они абсолютно одинаковые, 3 штуки. И 3 штуки нам обошлись в 299 рублей 70 копеек. Я на самом деле от них в восторге. Я потом покажу вам, как они смотрятся уже в интерьере. Мне они так нравятся. Кроме всего этого, мы купили еще немножко продуктов. Ну, так, на один раз наполнитель для Семена, чтобы увезти его родителям. Семен – это наш кот. Ничего больше я вам сегодня не покажу. Но, тем не менее, я надеюсь, что я была вам полезна. Благодаря мне, возможно, вы обратите на что-нибудь внимание. Потому что мне нравится все, что мы в этот раз купили. Я благодарю вас за то, что вы провели все это время со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Заходите в мою группу ВКонтакте, возможно, там вы найдете для себя что-то интересное. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго, до свидания.